Симметричная беспроводная мышь с софт-тач-покрытием. В этом видео мы распакуем компьютерную мышь от компании OClick. Модель с индексом 665MW. Устройство поставляется в прозрачной блистерной упаковке с картонной подложкой и удобным европодвесом. В комплекте прилагается батарейка типа размера 2A и USB-ресивер. Посмотрим на сам манипулятор. OClick 665MW представляет собой простую трехкнопочную мышь, которая изготовлена в корпусе из матового черного пластика с софт-тач-покрытием. Габариты корпуса не превышают 9,5 на 6 см по длине и ширине, а толщина составляет чуть более 2 см. Вес устройства всего 48,5 граммов. Основные кнопки управления выполнены как продолжение лицевой панели и обладают ресурсом переключателей в 3 миллиона нажатий. Между кнопками интегрировано колесико прокрутки с текстурированным покрытием для более точного пролистывания веб-страниц. Мышь симметричная по форме, поэтому подойдет и левшам, и правшам. С тыльной стороны разместилось окошко оптического датчика, максимальное разрешение которого составляет 1600 dpi. Изменение чувствительности не предусмотрено. Также отметим, что при подключении к ПК распознавание и конфигурирование манипулятора происходит автоматически, не требуя установки драйверов. Беспроводное соединение реализовано по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц, а радиус действия заявлен на расстоянии до 10 метров, что типично для большинства беспроводных манипуляторов.